До свидания, спасибо, хорошего дня. Bună ziua, domnul Sat, ați venit și v-ați exercitat dreptul civil. Pentru ce ați votat? Astăzi am venit la vot. Am votat pentru că toate lucrurile bune și frumoase care au avut loc în municipiul Bălți din 2015 până în 2021 nu doar să se continue, dar sper să fie și dublate. Am votat pentru un Bălți mult mai modern decât se află la, este la momentul actual. Сегодня я голосовал за развитие города. Для меня очень важно, чтобы все то, что делалось с 2015 по 2021 год, было не только возвращено, но и чтобы также было приумножено. Я считаю, что сегодня очень важный день не только для меня, но и для всех бельчан и для всех граждан нашей страны, потому что сегодня граждане понимают ответственность и важность того момента, как будет выглядеть наш город, как будет выглядеть состав муниципального совета и многое другое. Я сегодня голосую в Бельцах, так как я здесь прописан. И для меня сегодня примером хотел бы сказать, что являются мои родители, потому что мой папа, несмотря на то, что он находится уже вторые сутки, к сожалению, в реанимации, но он попросил позавчера, перед тем, как попасть в реанимацию, он успел подписать заявление для того, чтобы у него была мобильная урна, для того, чтобы он мог проголосовать, ну, потому что родители прописаны в Кишиневе. Я хочу, чтобы важность этого момента и важность этих выборов понимали абсолютно все граждане нашей страны, и в Бельцах, и в Кишиневе, и во всех уголках Молдовы. Какие ожидания у вас от этих выборов? Ну, вы знаете, сложно говорить про ожидания, потому что имели место, к сожалению, в компании определенные мерзости. Некоторые из них имели место даже вчера, в день тишины. И не только от людей, которые пытаются незаконно повлиять на работу, на качество этих выборов, но также вчера работали и не молчали, опубликовывали видео даже разные пропагандисты, ваши бывшие коллеги, слава богу, что бывшие, поэтому об этом всем поговорим сегодня после 21:00. Молодежь не выходит на выборы, есть какой-то посыл для них? Ну, еще раз, сегодня все должны понимать, что от участия в выборах зависит жизнь и молодежи, и пенсионеров, и спортсменов, и ветеранов, и госслужащих, и безработных. Эти выборы важны абсолютно для всех. Спасибо. Вам огромное спасибо. Хорошего дня.